Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Nexia 2001 года выпуска, двигатель 1.5 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 359 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле я заменю ремкомплект суппорта, направляющие, пыльники. Также установлю новые диски тормозные и колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Снимаю тормозной шланг. Его я тоже меняю, поэтому я зажимать шланг не буду во избежание потери тормозной жидкости. Теперь снимаю колпачки, которые у нас закрывают направляющие. Они здесь металлические. Я их не берегу. Сидят уже на герметике. Устанавливать будем новые из ремкомплекта. Выбиваю направляющие. Износ колодок неравномерный. Получается, сама направляющая, и одна, и вторая, она закусывает. Из-за этого суппорт нормально не ходит. Сейчас поменяем пыльник, манжету, сами направляющие. Ключ на 19. Откручиваю скобу. Тормозной диск тоже изношен. Вот что я хотел показать, что на направляющих она не ходит на направляющих. Ни вверх, ни низ. Цилиндр стоит жестко. Внутри шестигранник на 10. Откручиваю болты. Сейчас жидкость солью.
Что-то не направляющий. Закисли. Сейчас выбью их молотком. Вот такой есть болт у меня со втулкой какого-то ролика. Все сухо и не смазано. Снимаю оба пыльника. Пыльники забиты на направляющую. Получается сбоку. Зубильцем поставил и сбил один. И также зубильцем сбоку и второй. Снимаю пыльник и вытаскиваю поршень. После этого буду чистить сам суппорт. Здесь он тоже забит на направляющую. То есть тоже забит на паянное в резину кольцо металлическое. Вот отсюда можно упереться и сбить его. Сейчас попробую показать. Сбил пыльник. Ну и вытаскиваю поршень. Руками я его не вытащу и зажимать его не нужно. Беру компрессор. Компрессором выдавил. Также почищу сам поршень и вычищаю корпус цилиндра. Манжету тоже под замену, поэтому старую я вытаскиваю. Чищу все посадочные подпыльники, потому что здесь вот видно коррозия, грязью под пыльником все забито. И будем после этого уже устанавливать новые пыльники, манжеты и собирать цилиндр. Щетка по металлу, которую я никак добить не могу. Очень удобная вот для таких как раз мест. Вот это вот, ей очень удобно вычищать. Ворс получается короткий и подлезть можно за счет того, что он гораздо жестче. И вот, не спеша, потихонечку выбираем всю эту грязь. Здесь вот она с кусками коррозии. Ну, примерно как показал, все вычищаем. Все, вычистил поршень.
вычистил суппорт, но хочу сказать и показать, здесь, если будет видно, вот он, есть уже раковина. Вот эта вот раковина. Откуда она взялась? От чего она появилась? Цилиндр сам не бежал, но тем не менее раковина присутствует. Сейчас перебираем. Ну, правда, автомобиль отходил 359, почти 360 тысяч километров. Поэтому это нормально. Продуваю. Беру ремкомплект фирмы КОС корейский P03487152. Это манжеты и пыльник поршня. Вот такой вот. Беру смазку фирмы Феби 31942. Немножко смазываю манжету. И завожу ее на место. В паз. Проверяем, чтобы она у нас легла ровно. Беру поршень, также на него наношу смазки, по кругу смазываю. И завожу его в цилиндр. Все, вот он, видно, мягенько идет. Я его дальше не проталкиваю. Теперь я одеваю пыльник на поршень. И одеваю пыльник на посадочную. Беру оправочку. 66,5 миллиметров внутренний диаметр. Вот такая вот на пыльник она одевается. И запрессовываю пыльник на втулочку. Все, пыльник я одел. Поршень утопил. Теперь я беру другой ремкомплект, тоже фирмы КОС, он идет КОС 1058. В ремкомплекте на два суппорта идут, сейчас его открою, здесь на две стороны, два колпачка новых, два пыльника новых. Две новых направляющих и две резиновых уплотняющих, два резиновых уплотняющих кольца на втулке. Это на одну сторону, и точно так же в комплекте идет на вторую сторону. Беру, смазываю также фирмой Феби направляющую. Одеваю резиновую манжету. Смотрим, чтобы ровненько шла.
и завожу ее в паз. Точно так же вторую сторону. Тоже, чтобы у нас вот эта манжета легла ровно. Место под пыльник должно идти сюда, кверху. Пыльник пока я не одеваю, топлю их вниз. Вот видно, как мягенько они уходят, без особого усилия. Теперь беру головку на 27, 12-гранную. Она хорошо встает по пыльнику. И запрессовываю пыльник на направляющую, чтобы не стучать его, чтобы его в тисках ровненько, аккуратненько запрессовать. Ну, сейчас попробую показать. Вытащил я пока направляющие. Может, они здесь только мешают. Мне надо, чтобы вот так вот упереть. Все, пыльник сидит. Также второй. Все. Второй пыльник сидит на месте. Так, маленько подровнять. А теперь одеваем направляющие. Добавлю маленько смазочки вовнутрь. Эта смазка как раз уйдет в подпыльник и будет находиться под пыльником, будет смазывать. Одну одел. И вторую одел. Вот они ходят. А теперь цилиндр можно идти устанавливать на место на автомобиль. Брызнул выдержкой на соединение трубки с тормозным шлангом. Снимаем стопор.
сидит крепко. Стопор обломился. Это не есть хорошо, надо заказывать новый. Пока временно закреплю проволокой, надо будет заказать и заменить этот стопор. Беру новый шланг. Новый шланг фирмы AMD. Номер его идет AMD BH38, а оригинальный номер идет 96-21-23-23. В шланге есть проточка для посадки. Вот в нее садим. А стопор обломился вот таким образом. И держать он уже не будет. Шланг я подтянул, проволочкой поджал, чтобы он не болтался. А уже скобы поставлю новые. Как придут они. Смазываем резьбу медной смазкой. Устанавливаю на место цилиндр. И затягиваю его. Сразу устанавливаю на место колпачки новые. Беру головку на 27, она упирается у нас с этой стороны, и забиваем. Все, колпачки сверху, снизу установлены. Теперь можно прикрутить тормозной шланг. Беру штуцер. Ставлю шайбы. И прикручиваю его к цилиндру.
Ключик на 12. Здесь для шланга есть направляющая проточка на цилиндре. Смотрим, чтобы встал шланг ровно. Все, подтянул. Чищу посадочное под тормозной диск. И устанавливаем новый тормозной диск. Новый диск фирмы Zekert. Номер его BS5034. Все, диск закрепил, смазываю эти оба болта. И прикручиваю скобу. Затягиваю ее. Цилиндр наш входит. Беру новые колодки оригинальные фирмы GM, номер 961-019-72S. Колодки внутри лежат фирмы Deo. Ставлю колодочки на место. Смазываю направляющие на заходе. Устанавливаю пружинку. И забиваем направляющий на место.
Ну, а теперь прокачиваю тормоза. Тормоза я прокачаю вакуумом. Сейчас приопущу автомобиль, налью тормозной жидкости и покажу, как вакууматором прокачиваю. Жидкость грязнющая. Придется прокачивать всю систему, чтобы ее прогнать, эту грязь. Я еще в суппорте обратил внимание, что она черенющая. Да. Ладно. Прокачаем всю систему. Тормозную жидкость буду фирмы ТРВ использовать. Номер ее PFB-401, литровая. Ну, раз с передней дел, с передних начну, а потом сзади уже пойду прокачивать. Показываю на передних колесах. Вот такой вот вакууматор ручной создает давление. То есть создает вакуум, а не давление. Ослабляю штуцер прокачки. Ключик на 8. Ключик не на 8, а на 9. Точно на 9. А вакууматором и идет. Вот видно. Бачок наполняется. Грязная тормозная жидкость в системе. И вот таким образом я продолжаю подкачивать и затягиваю штуцер. Вакуум все создает. Вот так вот подтянул. Также делаю со второй стороны. На данный момент здесь уже воздуха нету в системе, потому что я он выключил столько жидкости через цилиндр. Эта жидкость уже пошла из бачка. Но так как жидкость грязная, я сейчас иду прокачиваю вторую сторону и прокачиваю задние колеса. Ну а с этой работой, с переборкой суппорта, я закончил. Аналогичным образом перебираю вторую сторону. И на этом все. Всего вам доброго.